Начинаем мы сегодняшний наш влог с квартиры. Смотрим, что здесь уже сделали. Должны быть ровные стены уже. Да, они будут под покраску у тебя. Немножко грязненькие. Ну, грязненькие, они будут краситься же. Что нам какая разница, грязненькие? А, они еще не покрашены? Нет. Но они ровные, они красивые. Они ровные, да, тут все. Дима, не рушь строительный материал. Пойдем, где они комнату смотреть? Идем. Пошли посмотрим. Это папин. А тут у Дианы будет кабинет. Расскажи, Диана, что тут у тебя будет, зайка, расскажи. Угловатый, получается, книжный шкаф. Стол с компьютером, с айпадом и тоже туалет и столик. Здесь у Дианы будут шкафы, кровать, телевизор, и здесь мы сделаем такую, как лавочку, знаете, такую, чтобы она могла сидеть. Тут подушечки накидаем, вот здесь вот у окошка. Будет сидеть, читать книжки и смотреть в окно. Кто там ее из друзей гуляет? Дима, ты где? Скажи, подписывайтесь на наш канал. Колонии все, двор все, иди пока и вам. Поставьте лайк. И подпишитесь на канал. Канал и все. Вот. Канал и все. И канал. В общем, понятно всем. Подписывайтесь все на канал, говорит. Да, иначе мы придем к вам и тоже начнем у вас вот так вот все раскидывать. Как делать у нас ремонт вам. Раскидано все, раскидушечки, да, Дима? Пойдемте. Давай один раз катитесь и пойдем. Вообще негулябельная какая-то обстановочка. Не камильфо, да? Да. Дима, что нашел? Фу, брось эту фигня. Что, давайте бежим к папе, вон папа уже идет. Побежали уже к папе, пойдем. Что? На полосу препятствий пойдешь? Да. Ну давай ручку. А ручку? На ручку давай. Ладно, отключай. Нет! Они уходят. Пошли за ними. Нет! Стой! Стой! Сгоняли мы к окулисту. Я забрала Дианины линзы. Cooper Vision. И решаем сейчас, вот кто что куда. В Челябинск едет кто-то или не в Челябинск? Кто-то может поедет сейчас в Челябинск. Диан, а ты что думаешь? А я делаю уроки. У нас с Дианой полно уроков. Надо писать и сочинения, и английский. Потерялся словарь у нас. Где вот, зайка, твой словарик? Скажи я мне, пожалуйста. Там же, где и Apple Pencil. Видимо, в одном месте лежат, правда. Потеряли словарь по английскому языку за целый год. Как вот так? Не, за полгода. За полгода все? За полгода, с зимы вроде как. Смотри, я только заметил, Высоцкий, он все растет, растет у него, смотри, да, этаж целый достроили, даже два, я скажу. То есть, вон там же была площадка, ну. А потом там спа-комплекс был. И что еще? И они еще вон пристроили целых три этажа. Это как у меня. Да, но Диан, не то. Мы в дом книги быстро забежали посмотреть словарь. Ой, смотри. За Юнь. И что? Ну, словарик быстренько. Смотри. Нас Дима ждет с папой. Смотри. Это я беру. А словарик? Не надо. Мы нашли стоечку. Мне вот этот понравился. Тут закладочка и все вот как на... И hello, и тут она какая-то помятая. Тут такой. О, вот смотри. Вот, класс. А вот с лисенком. Не торопись. Какой еще есть? У школы. Not today. Not today, не под, сегодня. Вот это наш лозунг.
Да ведь? Да. Вот это идеально. Посмотри, есть вот такие вот минималистические слова и перевод. Нет, транскрипция. Слишком маленькая. Нет, я не. А вот мне такая нравится. Прикольная. Я не очень. Фламинго. Ну что, выбирай. Я просто искала, может, еще такой лисенок где-то. А вот. О, у меня похоже. У меня же с таким котиком был. Это вот эта же фирма производитель. Енотик, смотри, тоже. Енотик хорошенький такой. Давай вот этот возьмем, к примеру, на домашний, а это на английский. На... Все, берем на и идем на кассу. Торопимся. А этот на следующий год возьмем. Окей, оставляю. Оставляй. Пока-пока, ежик. Ты мне вот про такие говорила, нет? Да, я говорила тебе, что многие пробуют вот эти желейки. Но. Но кто-то говорит, что они вкусные, а кто-то нет. Я не знаю. Попробовать, думаешь? Ну, что, я думаю, ерунда, стоят? Конечно. Да, они какие-то дешевые, вот 40 рублей. А почему они здесь белые? Ну, либо бери, либо нет. Давай фломастеры смотреть. Хочу. Мы же за тетрадками пришли, дневником. Пойдем. Мы уже в Читай-городе, кстати. Да. Ой, смотри, тут тоже сумки есть и вокалики все. Да, вокалики. OMG, смотри. О май гад. А, о май гад. О май гад. Я подумала, OMG, лук. А, нет. Ой, смотри, какой хороший. Чего? Покажи. Чего вкусненького? Ну-ка. Тетрадку смотри, Диана какой нашла. Няшненький. Я там, кстати, очень видела стильную с шариками. Вот заснешь? Вау, смотри. Такой тетрадик на уроке. Не засну, нормально. Про мечты. Сколько листов? 48 листов. А нам всегда нужны 48. Давай возьмем это. Ну, бери. Давай, 24, ну, смотри, внимание, 18. Будет понятная ситуация, лучше да, чем нет. Да. Давай, шустрее. Кстати, погода хорошая, люди милые, жизнь прекрасная, все наладится, помни об этом. Вот так и ходим по магазинам. Всякий олень, смотри, олененок. А что это? Что это ты смотришь? Это лампочки такие милые. Милота. Тут белый тоже. Тут белый, тут все белые, но они такие. Ну и что? Не можем пройти мимо вот этих я стеллажей. Хочу со всякой всячиной. А ты знаешь, что теперь будки в Англии из красного перекрашивают в синий цвет? Представляешь? Почему? Вообще такой символ. Вай. Ну что, все закупились? Да. Что купила-то всего. В итоге-то? Папки, дневник нашла? Да. Ну-ка покажи, какой там у тебя дневничок. В принципе, так же, как ой, я и задумывала. Какой. Ну, такой розовенький. Ну, дома, может, еще покажем, да? Да. Пойдем на машину, а то там папа с Димой нас ждут. Угу. Но на сегодня, наверное, закончим уже. Сейчас покупки? Нас сдует. Если нас не сдует, то мы покажем, что купили. А если сдует, то все. Качай пресс, я тебя вот так подтяну. Качай пресс. Есть. Дима, раздевайтесь. Ну, он стукнулся уже головой. Хватит. Это он вообще-то специально. Все, раздеваемся. Потому что мы вот так вот раздеваемся. Сидим, лежим на полу. Кто-то раскидывает свои вещи. Только что Дима был червячком. Мы не снимали, а теперь Диана червячок. Все, пойдемте. Ну правда, еще Диана руки делает. Ну, в конце-то концов. Руки помойте. Дима, руки помыл. Чем ты поедешь? Автобусе. На автобусе поедешь? Да. Что-то мы замерзли, скажи, на улице, да? Да. И решили зайти в Мегу покатиться. Жих. У-ху. Мама.
домой, и сейчас я вам покажу вкратце, что я купила. Я купила вот такой вот дневник, все-таки определилась. Ну, слава богу, что хотя бы определилась. Ну, симпатичный вроде и на ощупь прикольный. Да. Хотя ты, наверное, на него оденешь обложку все равно. Не оденешь, так будешь? Нормально. Ну ладно, давай, что еще? Тетрадь с лисичками, 18 листов, и вот такая вот с мини. Эти тоненькие, в клеточку, да? Я все в клеточку купила. Хорошо. Мне они нужны просто такие. Еще 24 листа с такими котиками и собачками. Мимимишечки. Мимимишки. Две в линейку, но это так, знаете, на следующий год, потому что мне сейчас нельзя такие. Ну, в школу нельзя, не разрешают. А на курсы не надо нам в линейку, получается, да? Обидненько. Ну, это, я думаю, в следующем году уже можно будет. Ну, хорошо. И нужно будет. Что-то еще взяла? Давай, показывай. Взяла вот такие вот в 48 листов с пандочкой, с жирафиком, тоже пандочка. Давай на солнышко сюда, а то у нас темно так. С олененком. Зимняя прям? Да, и с Микки Маусом. А ты решила, какую все-таки возьмешь? Нет, еще не решила. Ну, сейчас будешь собирать рюкзачок. Взяла вот такие вот пастельные маркеры. Какие-то необычные, да. Нам цвета сказали. Такие прикольненькие, да? Да. Сейчас это сложишь. И желейки попробуем. И та-дам! Диана говорит, они какие-то там кому-то сильно нравятся, кому-то сильно... Мне нравится. Давай узнаем, что же тебе, нравятся они или нет. Но я еще параллельно буду снимать в другую соцсеть. Хорошо. Как это будет происходить? Я даже не представляю. А я представляю. Отлично. Так-с. Неудобно. Вот такой рукой вот так придется снимать. А где твой попсокет-то, чтобы держать? Попсокет-то я еще не прилепила. Его некуда сюда лепить. Угу. Я новый чехол на новый прилеплю. Давай. Я купила какие-то непонятные желейки, потому что многие говорят, что они вкусные, а другие говорят, что они невкусные. Поэтому давайте попробуем и узнаем. Так, в лайк я уже засняла начало, теперь я говорю это вам. Нам уже давай открывай, нам ты уже говорила, слава богу. Открываем, и еще я снимаю параллельно. У Дианы тут целая конструкция. Кольцевую лампу лень нести? Да, снимаем. Открываем и... Поставлю на несколько X. Сейчас поставлю. Тут же 3 X, это самое быстрое, да? Угу. Я вот не знаю, это медленно или быстро. Ускорение. Я думаю, да. Нам-то ты это. Смотри на нас. О, яблоко и виноград. Давай пробуем. Как ее достать оттуда? Рукой. О, Вкусно. Точно, да, лайк? Серьезно? Клево, мне нравится. Но у меня есть одно небольшое дополнение. Они очень-очень сладкие. Ну, то есть все-таки не очень. Не, ну они вкусные, но они сладкие довольно, слишком сильно. Ребята, ну вот я вам и показала, что я купила себе на курсы в другую школу. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк и напишите, хотите ли вы больше таких видео. Всем пока-пока, до встречи в новом видео.